Мои хорошие, привет-привет! А у нас 10 апреля. Итак, посмотрите, какая интересная энергия сегодня. Сами карты красивые, очень такие расписные, красочные. Приятно их трактовать. И я думаю, что на этих картах при желании можно многое увидеть. И вы знаете, я вам скажу, прежде чем начну трактовать, что вот то, что вам приходит в голову, глядя на карту, значит, вот такая энергия, в общем-то, и посетит вас сегодня. Итак, карта о деньгах. Карта успеха – это карта самостоятельного успеха. Возможно, сегодня вам стоит задуматься о том, как заработать деньги. И то, что вы предпримете, мысли, которые и план, которые вам придут сегодня, будет успешно вами реализован. Вы заработаете эти деньги. Карта достижения – карта практичности, практичный взгляд. Сегодня как раз, как может быть ни в какой другой день из ближайших, у вас будет очень хорошо развит именно практичный взгляд на положение дел. Материальный результат хороший по этой карте, поэтому, как я уже сказала, нужно планировать, нужно думать. Сегодня хорошо задуматься о деньгах, потому что, мои хорошие, по этой карте результат вас обязательно порадует. А если это не случится сегодня, тогда сегодня нужно сделать задел на ближайшее будущее. Поэтому планируйте, продумывайте. Вы знаете, по этой карте хорошо менять работу, потому что эта работа, она, возможно, будет связана с венерианскими какими-то энергиями. Это финансы, красота, вкусности, там, сладости, да, и так далее. В отношениях практичный взгляд. Так, мы уже заговорились, мои хорошие, карта замечательная, карта энергия денежная. Планируйте, думайте и делайте, воплощайте. Ну, а я желаю вам прекрасного-прекрасного дня. Услышимся завтра. Пока-пока.